47, it's Diana here. Your assignment is to eliminate Lieutenant Youssef Hussein, commanding officer of an underground base. See the surveillance video for ID. Also, you need to secure the cargo that the Khan tried to hide here and have it transported safely to the surface. A chopper will pick up the cargo. Lots of soldiers on the base and patrolling guards on constant high alert. They will react immediately and swiftly if you are detected. Stealth and surprise is important here, 47. I repeat, access the base, take out the lieutenant, and secure a safe transport of the cargo to the surface. Я вас снова приветствую, дорогие друзья. 15-я миссия моего прохождения Hitman 2 Silent Assassin. С предыдущей миссии мы стащили винтовку. Ей можно воспользоваться в самом начале, убрав одного охранника. Это не повлияет ни на рейтинг, ни на что. На самом деле, это вторая по тупости миссия в плане глючности ее. Хотел бы я здесь утащить оружие М60, но не дает игра это сделать. Поднимается тревога постоянная. Сейчас мы вынесем мозги наружу охраннику. Пух. Так, и возьмем у него одежду. Бедный чувак. Второй пока ушел. Быстренько пролазим, чтобы он нас тут не палил. Ну, вот задача наша здесь простая. Убить еще одного арабского кекса. И стащить бомбу. Передать ее какому-то культу крутому, с которым будем впоследствии разбираться. Кого-то там уже мурыжит, я слышу. Здесь тоже главное не трепыхаться. Сейчас пройдем спокойненько за охранником. Вот у него, его можно в принципе усыпить, оттащить в безопасное место и забрать у него оружие, но не даст нам это сделать. Хотя можете попробовать. Как вариант. Я, честно говоря, просто устал в тот момент. Раз, наверное, тоже по 20-му перепроходить ее. И так-то миссия не фонтан. Довольно сложная, кстати. Так, все, вот он ушел. Сейчас мы пробираемся к нашей первой цели. Сейчас подождем, пока уйдет охранник. Круто там кого-то делают. Так, и быстрее, пока второй не подошел. Они здесь тоже по-разному ходят. Мне вот так вот повезло, что они разошлись там где-то в середине. Иногда приходилось ждать. Анестезии в этой миссии, кстати, много она лежит, нам ее дают. Так что можно не жалеть, как говорится. Сейчас удушим нашу главную цель. Курильщика. Во-во какого. Возьмем у него пустынного орла, пистолетика.
И возьмем оставшийся тут у нас тетик. Ну и все, сейчас идем, собственно, за нашей бомбой, дабы выгрузить ее наверх, наружу. Подождем, пока сейчас отойдет охранник. Ушел. Здесь спускаемся в водичку. Тут безопаснее всего. Вот тут, собственно, кого-то квасят. Ксерит, как говорят, с ногами. Все, его очередь. Ну, тут сейчас тоже аккуратненько. Тут, блин, упырь к нам повернулся. Аккуратненько по стеночке проходим. А вот здесь вот ползком, что называется. Потому что если тут стоит охранник между бочками, если он между коробками, если он к нам повернется, то, блин, все. Усечет в момент. Собственно, все. Еще осталась последняя самая часть. Вывести на улицу. Сработала сигнализация. Спрячемся на всякий пожарный за бомбой. Или что это такое у нас? Nice work, 47. Secure the perimeter at ground level, in case any soldiers have turned up. Но не тут-то было. Тут охрана еще. Подчалила. Даже не подчалила, а была. Ну и ее сейчас можно вырубить. Эту охрану анестезии, главное аккуратненько. Так, в общем, ждем охранника. Там сейчас выгуливается медленно. Блин, развернулся прямо на нас, а вы посмотрите. Придется его так класть. Это нам засчитают. Close encounter, ближний бой, но на рейтинг, слава богу, это не повлияет. Но будьте аккуратны. В общем, если вы хотели утащить двуручное оружие, вот этот вот пулемет М60, второго охранника вам придется пристрелить. Потому что с двуручным оружием пистолет он может держать, а анестезию с двуручным оружием нет. А когда он душит анестезии этого человека второго, миссия сразу же прям заканчивается, прям сию же секунду, и не успеет подбежать и поднять уронившее. Так что... И да, кстати, и в начале со снайперской винтовкой убийство первого охранника тоже не прокатит, если хотите М60. Убийство должно быть максимум 2. А это если будет 3 убийства, уже все, не засчитают. Silent Assassin тогда рейтинг. Попробуйте, если получится. Отпишитесь мне в комментариях. Ну, к этому мы сейчас подкрадемся, в общем, и убедитесь вы, что сейчас миссия прям всю секунду закончится. Писал он тут опять, что они все засыхят, а? В общем, рейтинг Silent Assassin мы получили. Отправляемся. Другое уже место из пустыни. Надеюсь, в общем, вам понравилось. Сейчас будет еще один видеоролик, где заберут эту бомбу культисты.
Вот, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. В общем, надеюсь, вам понравилось. Благодарю за просмотр. Всем до встречи в следующих миссиях. Пока.